Так и так, всем привет! И сегодня у нас продолжение покатушек, как я и обещал. Сегодня у нас новый автомобиль в компании. Это мой второй Гелендваген. Я его так называю синим или бездорожным. Соответственно, про этого автомобиля, по этот автомобиль вы уже все знаете. Это V6, 3 литра. На трансмиссии Super Select. Wrangler Rubicon то же самое, 2 литра, турбо 250 сил, передняя и задняя блокировка, соответственно, в центре у нас муфта находится. Гелендваген у нас сейчас на блокировках, 33-е колеса, лифтованный, чугунный двигатель, надежный, рядная шестерка, 220 сил, обычный автомат. Что у него тут еще из интересного? Ну, в принципе, я думаю, все. То есть больше здесь такого прям чего-то такого нет сверхъестественного. Сегодня мы поедем в грязь. У нас есть такая замечательная группа в Чебоксарах, Чебавто. Для того, чтобы найти суровый грязевой маршрут, я обратился к ним, потому что они знают всю Чувашию. И, в общем-то, они сегодня нас поведут по жуткому маршруту. Поэтому я думаю, что сегодня нам будет интересно. Но по большому счету, сегодня больше я буду как наблюдатель. Так как поедут у нас Рубикон и Паджеро, и сегодня мы выясним, потому что в прошлый раз победил Паджеро. Сейчас стихия Рубикона – это грязь, геометрия, и я думаю, что Паджерику с его стандартными бамперами будет сложно. Но посмотрим. Так что погнали. Так, ну что, в бой, друзья. Солнце светит ярко, последние деньки. Сегодня у нас какое ноября? 15 ноября. Паджеро уже у нас ускакали. А с Рэнглером. Ой, ну и дороги. Лифт, конечно, это хорошо, но прыгать вот так вот. Все-таки в гелике, ну, гениальная обзорность. То есть ты прям сидишь как в каком-то этом. На вышке, все видишь. Главное, чтобы они не засели сильно. Единственное, что действительно я еще хочу поставить, это лебедка. То есть лебедка здесь нужна. Вещь очень интересная, классная. И в некоторых случаях очень помогает, например, не насиловать автомобиль, не дергать. Просто стоишь и кого-нибудь тащишь. Это класс. Едем, едем, едем. Далекие края. Так, ну что у нас? Едем к первому препятствию. Дорога на самом деле такая, лайтовая. Но обещают, что жесть сейчас должна начаться. Вот что за у некоторых мужчин психология специально поехать и засесть? Вот это же определенный склад характера. То есть вот я, да, я езжу по бездорожью часто достаточно, но не знаю, ну а некоторые каждую неделю надо засесть в грязь, поехать. Я так не могу ехать, они такие медленные, это ужас. Очень нравится, кстати, вот этот вот подлокотник. В новых таких нет, там такой стандартный. А вот эти вот, как на старых, на Discovery они есть. То есть очень, очень удобно, мне нравится. Постоянно, почему постоянно по солнцу едем? Я когда еду на покатушке, настроение прям хорошее. Чувствуется, сейчас какое-то будет приключение. Забыл спросить, трос взял кто-нибудь или нет? Потому что я свой оставил в черном. Гелендваген чем хорош? Он, в принципе, автомобиль изначально был премиальный. И для внедорожника такого, знаете, вот, например, если с УАЗом сравнивать или с Рэнглером, он достаточно тихий, то есть и в нем достаточно комфортно. То есть вот в Рэнглере, так как у него съемный верх и съемные двери, огромные щели, и там даже тут, если едешь по полю, задувает ветер. Вот. А и вот мы уже находимся в лесу. Это мне нравится. Дай сразу трос. Что за депрессивное настроение в команде? Это Рубикон. Он сделан для того, чтобы ездить по лужам. Смотри, какой бампер. Не бойся ничего. Итак, первый у нас едет джип Рубикон.
Все блокировки включены. Надо было передний стабилизатор разомкнуть, говорят, это помогает. Не, понятно, что трос нужен, надо, чтобы его перекинуть, чтобы я его смог вытащить. Я не вижу, как колёса. Ладно, не копай. Давай трос цепляй. Назад! Назад, Стас! Зароешься! Чуть-чуть только! Нет, назад зароешься! Разгон возьми! Назад! Еще назад! Нет, Стас, это начало, и, кстати, лайтовый еще, там... Там рама лопнет. Да я сам выехал, считайте. Ты сам выехал, Стас? Так, чуть дернули, все, поехали. Тебе просто со временем рывка повезло. Итак, теперь Паджеро будет вытаскивать Рубикон. Ставлю бутылку Джека, что я тебя вытащу. Давай. А ты так, ставишь? Ты мне ставишь, да? Ты ему ставишь? Да. Я ничего не ставлю, я знаю, что я вытащу. Я говорю. Трусов уедет, но рама останется. Итак, друзья, значит, у нас... Еще нет, у нас, значит, Митсубиси сейчас в режиме пониженного... А, кстати, я бы на твоем месте пониженного выключил, зароешься так быстрее. Соответственно, ребят, у нас сейчас в Паджерик вытягивает Рубикон. Он так, знаешь, как будто вот после того, как буксует, надо газ нажимать.
не хотим вмешиваться, мы просто наблюдаем. Представьте, что они сами в лесу вдвоем. Это же интересно. Степень. Вот как вот сейчас открыть ручку эту, а? Тряпка там, а? Господи, ужас. Так, давайте трос тогда оставляем Ренглеру. Снимает Стас. Стас, да, я видео сниму, а это пи***. Итак, а теперь небольшая реклама. Итак, друзья, если вы еще до конца не успели подготовить свой автомобиль или своих железных коней, как вот этот мотоцикл, который стоит, к зиме, например, да, и, например, у вас вышла проблема, как ее подготовить и какую резину зимнюю выбрать, вам нужно обязательно пройти на e-каталог, потому что там вы можете, например, выбрать себе зимнюю резину, посмотреть отзывы, посмотреть производителей, выбрать себе зимнее колесо по соотношению цена-качество и, самое главное, найти самое выгодное предложение на российском рынке по отзывам, по цене, по доставке, по срокам доставки, а может быть, там и будет ваш магазин рядом с домом. Поэтому, чтобы подготовить ваш автомобиль к зиме, переходите на e-каталог и сделайте самый правильный выбор. А тут не тесно. Вот, ребят, вы скажете, там проблема в водителях, ну, блин, уже третий водитель на нем едет. Машина не едет. Давайте Мазду вытаскивайте, а. Андрюха. Сейчас еще прикол берег там сядет, я вообще это делаю. А где трос? Знаете, я отступил. Как всегда в гриме. А ничего страшного, ты не паникуй. Ладно, из рук на нормальной машине.
Это было мощно. Это очень мощно было. А как выезжать? Оттуда наверх? Да? А вообще, знаете, друзья, если вы поедете на бизаж в следующий раз, обязательно светлые джинсы одевайте и кроссовки. Обязательно. Убили Рубикон. Спасибо. Да? Так. Автопарк. Включу режим. Чуть газ вперед. Подожди, у тебя не включается D. Видишь, мигает. Включи-ка в задний привод сначала, изначально. Она не включается. Ну, аж как до сюда доехала. Подожди, подожди. Включи задний. Нет, нет, нет. Ты сначала паркинг включи, паркинг. Теперь включи раздатку в задний просто. Так, и вперед. Вперед еще. Сейчас, ну-ка. Давай, газ. Смотри-ка. Давай еще раз. Открой окно. Авто у тебя, да? Теперь он мне хочет ехать. Вы слышите эти звуки, а? А я же сказал, что он не сможет отсюда тронуться. Где блокировка? Драйв. Назад! Давай назад! О, масло пошло! В смысле масло? Запах! Это пи***! Еще! Хорош! Итак, друзья, прошло какое-то определенное количество времени. Решили опять вызвать Джокера. Или вытаскиваем карту Гелендваген. Значит, сейчас все-таки я постараюсь помочь Паджеро выбраться самому. Вот, считай, уже два Джокера, три. Сначала тут его, там. Три. Третий Джокер, все, четвертый точно будет. Будем сейчас пытаться. Один раз помогу Паджерику, и пусть дальше они пытаются. Но что-то вот не знаю. Они очень быстро садятся, я не понимаю, почему. Может быть, именно резина имеет значение? Не готов! Готов! Хорош! Так, давайте тогда я уезжаю опять, как будто меня здесь не было, и снимаем кино заново. Паджеро спасает рынок. Шаттл сними. Давай, Андрюх. Итак, друзья, наконец-то у нас состоялось то, ради чего мы сегодня собрались. Давайте на счет три. Готовы? Раз, два, три! Ого! Надо перезаезд сделать. Вот сейчас я Паджерик зауважал. Я понял, что я подпрыгнул, но машина сделала вот максимально идеально. Вот, надо просто на драйве ехать. Боец настоящий. Давай. Раз, два, три, пошли. Гонялся, а не с тобой, так-то. И
Итак, у нас первое официальное внедорожное препятствие снято. Так, что ты спрашиваешь? Вот ощущение, что мотора не хватает. Не, он автоматически. Но она переключает в этот момент с первой на вторую. Вручную поставь. Вот так вот поставь, вытащим. Да, я сейчас как парень нормальный. Вперед, можешь подъехать, Андрей? Мотор Антон, малярку надо ехать. Да? Минус бампер. Маля. Как это? Кто сидел? Смотрите, ну по траектории поджелика с разгоном. Ой, по траектории гелика с разгоном у нас минус бампер. У этого человека вообще комплексы по оффроуду после и по отношению к джипу вообще теперь будут постоянные. Он сейчас. Вот о чем он думает. Вы понимаете, он просто сидит и булькает там. Все, то есть это какая-то, вон, и колеса крутятся, обратите внимание. О чем он тут сейчас думает? Вот я не понимаю. Он же вот любил джип, говорит, я говорит, так мечтал на Ренглере по бездорожью поездить. Антон, спасибо тебе за такой вот, ну вот. И все, теперь-то вот что мы сейчас думаем. Он еще, смотрите, назад пытается. Это минут 40 примерно, ну 20 минут он там. Система есть, вперед, назад, по бокам. Нет, нет. Ребят, вот я-то думал, да, сейчас поедем далеко. Там у нас целый оффроуд маршрут, а мы по большому счету не уехали даже дальше, ну, так скажем, лужа недосягаемого для стандартного внедорожника. Я-то думал, что в принципе Рубикон на что-то способен, но машина хорошая, может быть нужна специально. Да, вот владельцы Рубикона скажут, что она хорошая, но обычно неподготовленный водитель, купив его нового в автосалоне, результаты хорошие точно не покажут. То есть, да, если вы поставите 35-е сюда колеса, там, 37-е, например, да, он поедет по геометрии. А вот в стоке, вы понимаете, что Pajero... Сейчас этот Pajero тянет сейчас. Вы понимаете, что Pajero Sport лучше в стоке, если мы посадим двух равных водителей? Ну, давайте мы говорим... Да, хорошо скажем, вот есть профессионалы, да. Но вот профессионал, но это не все профессионалы здесь. Вот потенциал обычного... Нет, не считается, я больше не буду вас утаскивать. Короче, вот, понимаете, в чем суть? Суть в том, что, да, мне кажется, Рубикон это хорошая машина с нормальной полноценной трансмиссией. Но фишка в том, что это комплект для дальнейшей доработки. То есть колеса сразу надо выбрасывать. Что у нас еще? Мотор я бы, не знаю, как-то прошил, но мотор явно не приспособлен. 8 ступеней слишком много на бездорожье. Первая короткая переключается, вторая, третья. Я искренне хотел, чтобы Wrangler и EAN хорошо ехал. То есть у меня не было задачи как-то вот Wrangler показать плохом. Но оказывается, в Mitsubishi Pajero при равных водителях в итоге оказывается более проходимым. Непонятки с трансмиссией, непонятки с автоматом. В ручном режиме едешь на первую, а она слишком маленькая скорость. На второй переключается он на третью. То есть нужно к этой машине привыкать. Но так, чтобы висели за руль Wrangler и почувствовали себя покорителем бездорожья, так сразу не получится. То есть нужно работать над этим. Спасибо вам большое за внимание. Сейчас я буду их вытаскивать. И до встречи. Ставьте лайки обязательно.